во время той паники, которая была 3 месяца тому назад, может, чуть больше. Мы выбрали свой курс, им пошли и убеждены в том, что тогда мы поступили правильно. Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли. Вы в марте месяце впервые в истории завода установили рекорд. Вы никогда столько не продавали, сколько в марте месяце. В апреле, мае и июне также высокие показатели, чуть пониже, но очень высокие. Почему? Потому что когда весь мир в панике закрыл производство, как у народе кажут, скукорожился, мы работали. И оказалось так, что в эти месяцы в основном на прилавках магазинов была продукция Беларуси. Ну, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы. Но главное, здесь хочу еще раз подчеркнуть, заключается в том, что мы выстояли, мы не закрыли производство, и сегодня мы можем продавать свою продукцию. Это, естественно, мы занимаем рынки свободные, и главное их потом удержать и никому не отдавать. Ну, а это развитие производства и заработная плата ваша. Поэтому в этом плане вы молодцы. Это яркое подтверждение того курса, правильности курса, который мы в свое время выбрали. Когда я назначал сюда руководителя, я ему сказал, что в ближайшее время мы встретимся и посмотрим, какие положительные сдвиги произошли на заводе. Я не хочу там сказать, что прежнее руководство было плохим или хорошим, но как-то вы начали хромать, застывать на месте. Хотелось новой динамики. Ну, а для того, чтобы была динамика, надо было посмотреть и на руководство вашего завода, что я и сделал. Поэтому для меня важно сегодня было увидеть, что вы в этой сложной ситуации, правильно сориентировавшись, выстояли и прибавили. Молодцы. Меня зовут Романов Кирилл, я комиссар производственного трудового проекта «Атлант-2020». Александр Григорьевич, спасибо вам за ваше внимание и поддержку, благодаря которым развивается трудотрядовское движение. И, пользуясь случаем, хотелось бы вручить вам почетный знак белорусских студенческих отрядов под слова гимна нашего движения. Ведь мы молодые, нам хочется делать, для Родины жить, создавать и творить. И в мире не будет ни единой вершины, которой нам вместе не покорить. Спасибо. Спасибо огромное. Успехов вам. Хорошего настроения. Берегите свой клочок земли, берегите свою страну. Спасибо. Успехов вам.